На елке шишки да иголки, шоколадные шары не растут на елке, не растут на елке, пряники и флаги не растут, орехи в золотой бумаге. Вот эти флаги и шары вылезли сегодня в честь советской детворы в праздник в новогодний. В городах страны моей, в селах и поселках, столько выросло огней на веселых елках. А теперь давай расскажу. Шел по лесу Дед Мороз, мимо кленов и берез, мимо просек, мимо пней. Шел по лесу 8 дней, он по бору проходил, елку в бусы нарядил. В эту ночь под Новый год он подарки нам несет. Так что он стучится к нам в окно, а у нас уже темно. Кто там? Я уже раздет, нашей мамы дома нет. Открывай, я ж Дед Мороз, я коня тебе принес и винтовку на ремне. Открывай скорее мне. Теперь какой эти человек? Не знаю, какой-нибудь чёрткан. Ой, какой же эти хотят, что длинный какой-то хотят. Святки, бабушка пришла. Стихи читать после Рождества. Потом еще. Ой, я столько много забыла. Тренируй память. Спой, мой Светик, не стыдись. Есть. Что, ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица? Ведь ты бы была у нас царица. Жар-птица. Жар-птица. Много ведь помнила. Теперь вот видишь, рассказал и все забыл. Маленькой елочке холодно зимой. Маленькую елочку привезли домой, в угол поставили, стали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год. Встретила. А вы сказали, я совсем дурнее, я помню. Кое-что. Бабушка, это тоже войдет сюда же. Да ты что? В это. Я все, я дура, да? Пойдет. Кто тебе сказал? Вы сказали. Папа, а где тут написано, что записывается? Гош, смотри, это зал. Записывается? Да. Зал. А вот твои родственники, скажи им что-нибудь родственникам. А вот родственники сидят за столом. Здравствуйте, мои дорогие родственники. Я вас поздравляю. Хотя я вас Годом. С Новым годом, и Рождеством. И с крещением желаю вам... С наступающим крещением. Да, ну и что с наступающим крещением. Желаю вам успехов, добра, всего. Ну, я вас из дома никого не выгоняю. Приезжайте, я вас встречу. Ну, я вас никого не буду выгонять. Вот пусть они вспомнят. Я живу хорошо. Ни у кого ничего не прошу. Молодец. Все, давайте. Нет у меня домов, как у зайца ломов. У меня нет домов, как у зайца ломов. Сейчас что-нибудь скажи, бабушка. Зато есть кто? Зато у меня есть дети очень хорошие. Дай Бог им здоровья. И зять у меня очень хороший. Я ему желаю здоровья. Он не пьет, он не курит, он работает, всех обеспечивает. И у меня внук хороший, и у меня внук не пьет, не курит, в институте учится. Все у меня хорошие. И сын у меня не пьет и не курит. Он тоже зарабатывает. Руки у него...